Всем привет, с вами снова Black с 325 и... Роль. И погромче говори, окей. И сегодня мы будем допроходить, предпоследняя серия сегодня. Мы проходим игру под названием Call of Duty Black Ops. Это предпоследняя миссия. Называется Возрождение, да? Да. Остров Возрождения. Все еще со мной. Самый в Иркуты. Итак, мы снова играем за Мейсона. Ты играл в эту игру, Троль? Почему нет? Он рукой махает. Нет, это не так. Я выполнял задание. Это чё? Это какая, первая, вторая? Первая. Должен был убить Штайна. Эта миссия крутая тем, то что тут играешь сначала за Мейсона, потом возвращаешься в прошлое на машине времени и играешь за Хадсона. Штайна должны были умереть. Я ни в один Black Ops не играл. Потому что ты нищеброд. Потому что второй будет обсудить. Сюжет там нормальный, там разветвленная линия. Ага. Первые две миссии. Там сначала ты бегаешь концовок. По полю, мочишь китайцев, а вторая там ты должен. Это не вторая. Это не вторая, это вторая часть первой миссии. Ну. Что ну? Фигня. А ты в остальные миссии играл? Нет. Где на самолете надо летать? Ну, в первой же миссии все фигня. Это первая миссия. Ну, я и говорю. И? А ты в остальные миссии играл? Нет, ну все говорят. Ну, а что ты по первой миссии судишь? Потому что там, я смотрел обзор, все говорят, что вторая часть фигня. Резнов? Что Резнов? Ты видел, там Резнов был? Ну и чё? Он из World at War. И что? А откуда он в Black Ops 2 появился? Ну, потому что новых героев в ней было создавать, они взяли старых. И присобачили Call of Duty World at War к серии Black Ops из-за того, что там только два героя основных. Это Петренко Дмитрий и Резнов, которых и... всех убили. What? Петренко умер от газа Нова 6, а Резнова убили на... А Резнова убили в Иркуте. А здесь он когда появляется... Когда в World at War они не помирают. Вот. А это Black Ops. Здесь помер Петренко в 1945 году на Антарктиде, на базе. Ну, не на Антарктиде, где-то там. В Северном полюсе, на базе немцев. Его на 6 травили газом, предали. Русские свои же. Петренко? Угу. Мейсон направляется в центр биологического оружия на острове Возрождения в СССР. Хадсону и группе 2 приказано эвакуировать Штайнера. 22.30, 23 февраля 1968 год. Нет, тут просто Резнов появляется как глюки Мейсона, а на самом деле он уже умер. Вот он. Это кто? Резнов. Дмитрий? Нет, Виктор. А, это... Источник яда, дорога... Петренко умер. А, это и как... Резнов умер, а здесь он появляется глюки, потому что в Иркуте Мейсону промыли мозги. А Виктор как-то помешал, короче, он в виде глюков приходит. Типа надо убить Штайнера, Кравченко и Драговича. Только я уже в прошлом выпуске говорил о том, что меня бесит в прошлой миссии то, что когда Кравченко на себе взрывает бомбы, они нифига не взрываются. То есть они взрываются, но при этом и Вудс, и Кравченко не умирают, и в следующих частях налево появляются. Налево повернись. Да пофиг. Ну понятно, Резнов давно умер. Ну здесь он как глюк. Он умер в 1963 году. Вроде же. Или в втором. Потому что он старпёр. Был на войне, и сейчас. А сейчас 1968 вообще. Да, в этой игре. О, зверь. Знаешь, кто это? Лемур. Это дагестанцы. Да. Тонкая шутка. Тонкий юмор. Это что такое? Томагавка? Главное не привлекать внимание. Я не понял, что это такое. Топор, наверное. Это томагавка ассасина. Тогда еще ассасин не вышел третий. Ну, не все равно. Даже первый не вышел. Зато Хитман уже выходил. Хитман давно вышел. Да. Самый крутой это Blood Money. И первый. Absolution не очень прикольный. Первый? Что? Ты посмотри обзор, я смотрел. Что обзор? Вообще для тех времен это офигенный Хитман. Всем сотрудникам с уровнем доступа 3 пройти на пристань 2. Насрать на твои обзоры. Это через 5 минут. У тебя обзор тогда говно. Не насрать на твои обзоры. И на свои. На свои я не сру. Они знают, что ну, так.
Изоляция сектора Е через 3 минуты. Убей ты его быстрее. Что-то тормоз. Все, ну ты косой. В рюк попал. Это не я косой, это Мейсон. Яч? Нифига он калаш. Надо спрятаться в другом месте. Сейчас какой год? 1968. А тут 63. Ой, а он умер в 63. Да, втором. Вроде бы, в Воркуте. Но тут просто глюки Мейсон, понимаешь? Каждый из нас курил. В 68-м было такое офигенное. Такое офигенное, да? Что офигенно? Все такое офигенное. Как понять? В 68-м было все вот так вот, да? Это остров Возрождения. То есть? Не знаю, где-то в Аральском море находится. Какой? Хотя Аральское море уже на самом деле высохло полностью. Когда? Ну, недавно. Там уже не чуть-чуть осталось море. Мы уже близко, Мейсон. Мы сможем попасть в лабораторию. Карибское. Аральское. Какое Карибское море, ты дебил? Этот говорит Карибское. Во-во-во, видишь, что там? Там потом мы будем... Нет, не вижу, Вова. Ну, ты видишь, там дым? И... Мы потом там будем играть. На машине времени вернемся и будем там играть. Блин, назад. За другого героя. Это назад в будущее. За другого героя. Меня эта миссия, вот этим именно нравится. Типа ты... Игра говно! Сюжет фигня. Когда мы с тобой уже будем Лего Star Wars проходить? Или еще что-нибудь? В коопе там, Индиана Джонс, надо уже начать. Лаборатории надлежит проследовать в указанные места. Ну? Комплекс находится на военном. Когда ты будешь снимать? Невыполнение приказов приведет к немедленному аресту. Давай завтра начнем. Давай сядь. Сядь? А, давай сядь. А нет, мне надо еще установить. Тихо! Правильно убиваешь, надо всех до катеров перестрелять. Он что, тупорыл? Сверху стреляет, он что-то не видит. Я ему в бошку стрелял, он выжил, ты видел? Ты видел? Зырь, я ему в бошку стрелял, человек, он выжил. Человек из стали. Человек-член. А этот что-то не стреляет, по... Он же воображаемый, как он может стрелять? Он стреляет! Да я не знаю, Мейсон вообще глюканулся. Мейсон настолько тупой, но что его глюки переходят. Но всех убивает, убиваешь ты. Вот и дагестанца почти убил. Меньше дагестан. Ставьте лайки, если хотите, чтобы было меньше дагестанцев. В Москве или вообще в России. Всех докторов перестреляют, всех. Кабан Васька! А тут вроде такая даже миссия есть, типа перестрелять всех докторов на этой миссии. Да ну. Да. Всех докторов или докторов. Да мне насрать. Я им видел, я опять ему в бошку стрелял, он не умер, как? Да, всем нас, да. Да беги ты уже, не бей. Не бейте. Нет, я буду бить. Доктор, убегает! Убегает! Он убегает! Всё. Говно. Рипачок. Вот нам Хадсон что-то говорит. Какой Хадсон? Ну, за которого мы будем играть. Сейчас уже тут маленькая миссия, тут она состоит из двух частей. Мы сначала за Мейсона играем, вот. Потом за Хадсона. А тут, кстати, будет офигенная вещь. Я тебе потом покажу. А сюда, видишь, там газ снова 6. То есть там он погибнет? Нет. Мейсон, он же выживет. Дмитров. Да нет, Петров уже погиб. Или как там, Петренко? Петренко. Он в 1945-м Петренко? Еще Петренко погиб. Это который книгу писал? Нет, Петренко это который Дмитрий. А, этот? Это который был в Call of Duty World at War. Дима! Беги. Сейчас Резнов придет. Нет, у него моделька пошла все-таки. Пора. Я будем в код залезть. В этой игре много багов просто. Сейчас он сам выломает стекло. А где капитан Фрай, чтобы двери выбивать? Что? А, нет, он еще не сдох. Вот сейчас этот момент. Он, походу, не родился. Тихо, давай, наблюдай. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Сейчас будет самая крутая вещь в этой игре, которую я охренел. Тебе конец.
Старик. Это Штайнер. Немецкий ученый. Говнюк? Да. Я узнал. Воркута! Воркута! Ты не знаешь, что с тобой сделали! Мейсон, отзовись! Мое зло лишило жизни многих людей. Видишь, его Резнов убивает. Ну, убивает? Вы не остановите Нову. Вот это Хадсон пришел вроде, с Уивером. Нет, это Уивер. Как он его убивает? А нет, это Хадсон, вот. Вот он, там Хадсон и Уивер, вот за которых мы сейчас будем играть. Как он его убивает? Ну ты сейчас посмотришь, надо до конца эту миссию пройти. Сейчас мы будем за Хадсон играть. И сейчас будет нам рассказывать то, что было за Хадсон. Нет, это Мейсон. Блин, на Айзек. Смотри, он говорит ему, что он убил Штайнера. Он получил то, что хотел. Возможность отомстить. Джейсон Джонсон написал отчет. Виктор Резнов не убивал Фридриха Штайнера. Хадсон все видел. Тот, смотри. Резнов не убивал? Резнов, вот, за 20 минут до этого агента Хадсон Уивер в южной части острова. Вот где взрыв был, помнишь там? Да. Ну это я уже читал. Мы сейчас за Хадсон не будем играть. За агента ЦРУ. Это тоже только Мейсон из СССР. Нет, Хадсон. Хадсон. Знаешь, от какого слова ЦРУ? ЦРУ. ЦРУ. Срать. Какахи. Какахи? А он сам управляет этим? Нет, он пушку только управлял. А это что за немцы? Это не немцы, это русские. А ты за кого? За СРУ. Да говнюки это СРУ. Не знаю. Русских убивают. Да ладно, говнюки по СРУ, да? Да не может быть. Вот сейчас тут взрыв, когда произойдет. А это произойдет. Кто такие? И сталкеры пришли. Они все просто в маске, потому что сейчас будет взрыв, вот этот, который мы видели. Он сейчас произойдет. И там и мы тоже оденем маску. Плохой взрыв. Потому что тут газ будет на лошадь. Еще ладно. Что нам сделать? Посрет? Конечно, да. Нифига, ты ничего не бомбанул, все бомбанул. Вертолет упал. Вон там на крыше. Да я их мамкой упал. Как настоящий агрошкольник. Агро? Да. Да. Злой. Архип, что ты ничего не знаешь? Угу. Кстати, я тебе потом аватарку покажу, которую сделал этот мэн. Такая аватарка на голодные игры. И потом тебе надо скин сделать, чтобы тебе выбрали. На третью серию мы с тобой будем. Он с тобой будет снимать. А, да, почему? Вот сейчас газ будет. Вот и сейчас он попадет куда-то, что газ выпустится. Да он так перегонет, что газ выпустится. Вот, о, вот. Бочка упала. И сейчас вот этот взрыв произойдет. А, он вот в этой, как ее? Вот и произошел. Видишь, что от нового 6 происходит? Он понял? Да. Сталкер 2. Да, кстати. Черт, маска. Главное не сломать. А если сломаешь? То я умру. Ты будешь лопнуть. Она скорострелка? Да. Или она очередями стреляет? Нет, она скорострелка. Ну ты косой. Это наш! А. Конечно, эта игра не лучше Battlefield 3, но она вышла раньше Battlefield 3. Резай, перезарезай. Так что она может посоревноваться с Battlefield 3. Она раньше выпустилась? Да. Как? Нет, я буду потом использовать. Ну, батлы, конечно, мультиплеер офигенный. Да ладно. Ты пришла ко мне во вторник? Да ладно, ладно. Все, иди давай.
Я пытаюсь. По нас стреляю! О, вертолет зип. Давай, давай, стреляй в прожектор. Мне не попал. Печалька. Печаль, беда. Иди, 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 иди. Опа, 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 опа. Опа, нифига. Выебу я кота. Это мне звонят. Идите, да. Так, продолжим. Нам звонил Пидреста. У меня сейчас маска сломается, я умру. 3D, 3D, ничего страшного, 3D, мы будем их валить. Сейчас ты наш. Джигуда, беги, беги, вон, беги. Беги. Беги, сквозь дым. Беги, сквозь дым. Беги, 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 беги. Ты зомби, беги. Какие зомби? Зомби с этого газа не пробуждаются. Хотя... Call of Duty Black Ops зомби, именно от этого газа зомби стали зомби. Видал, как я тебе сказать? Вот видишь, если ты быстро проходишь, они быстро проходят. Если ты медленно проходишь, они медленно проходят. Ты сейчас бред сказал. Нет. Да. Я сам понял, что сказал. Наверх беги. Поссать. Мы заходим к ним с фланга. Идем на север. Приказ понял. Ой, фак. Это наш. А вот не наш. Да мне сейчас маску сломают. Да ладно. Пошла ты нафиг. Заменишь. Надо валить. Надо курить. Тра-та-тулечка какая. Фак. А, не надо. Меня убили. Тебя как кокнули. Ха-ха-ха-ха. О, у тебя маска заменилась. Ну, я знаю. Вот так всегда надо делать. Все. Все, завис, отлично. Так, продолжаем наш обзор. У меня что-то немного вылетел Black Ops, а фиг знает почему. Тролль, ты здесь? Отлично. Я думал, ты ушел. Иди нахер! Да блин, у меня сейчас опять маска сломается. Ваша мама копал. Так, нужно выжить. Обязательно нужно выжить. Ай, кто там, блин, сзади? Ты умри. Хамон. Боже мой. Давайте, брей, брей. Где эти вертушки? Ай, ну блин, они же меня сейчас подрут. Черт. Меня убили. Навсегда. Так, давай. Так, продолжим. Так, надо сбить вертушки. Хуюшки. Да какое наведение, иди ты нафиг? Эта ракета сама наводится? Ну нифига себе. Так, пойдемте дальше. Ну, например, сюда. А, сейчас мы снимем маски, мы выходим из деревни. Вот и база уже. Там, где мы были с Мейсоном и Резновым воображаемым. Так, так, так. Нам нужно уничтожить. Кого нам нужно уничтожить? Нам нужно уничтожить. Да, Валера нам.
Валера, настало, блядь, твое время. Да, Валер? Что-то я сегодня злой был. Ты придурок, что ли? Архив. Одной рукой заметь. Могу еще раз. Не надо. Да, Архив, хватит. У нас качественный летсплей. Ой, качественный летсплей. А ты как школьник малолетний, 9 лет. Дешево, дешево. Все дешево. Опа, чего не деньги с неба не падают. С неба падают пузатые парни. Я сейчас как школьник. Я уже не в маске. На школе. Я снял маску, так как тут нет газа нового. Тут есть газа нового. Казанова? Да пошла ты нафиг. Безупречно. Давай, перезаряжайся, пока этот дебил не меня. Это что ты за шпингалет? А, это Уивер. Это наш, это Уивер. Не, был сначала другой. Я тоже так подумал, вроде меня стрелял. Он пират. Вот он. Он деньги, он, то есть он в торренте все качает. Кто? Он. Он же пират. А ты знаешь, что торрент закроют? Чего? Потому что закон, закон о пиратстве закон постановили. Тоже. Вообще, я всегда с торрента качаю. Того, что пират ебаный. Нет. Да. Кому нужно со Стима покупать игры, если можно скачать торрент? Да, именно. Кому нужны эти игры? Разработчики потом закроются и не будут выпускать так игры, так как Homefront, так как Звездные войны, так как все эти игры, которые ждали, а такие как ты их просто взяли и скачали потом. Так можно один раз их пройти и все. Смысл? Стим нужен только для мультиплеера и все. Хотя все равно можно скачать. В метро игра. Нету мультиплеера, но Сталкер все ждали. Сталкер все ждут, ты ждешь, а ты пират ебаный, никогда его не увидишь, потому что компания разорилась. А мне не нужен Сталкер, блядь. Ну, короче, пацаны, агритесь на тролле, то, что он такой пидорас и качает игры. Молодец. Ты гандон. Ты не качаешь. Ты у меня диски прёшь. Я у тебя ничего не прёшь. Диски все. Я только скачал там две игры, потому что Crysis 3, я думал, не пойдет. Она пошла. И Bioshock Infinite, потому что денег у меня нет. А сейчас у тебя нет Bioshock. Bioshock Infinite есть. У тебя нет. Есть. Нету. Ты дебил? Это я мой лучше компьютер, знаю. Ты дебил? Ты дебил это... У тебя нету Bioshock. Ты придурок, это мой компьютер. У тебя нету Black Ops на твоем компьютере. У меня нет Black Ops, но у меня есть зато Crysis 3. У тебя нет Crysis 3. Есть! У тебя видеокарта 8800. Такая видеокарта говно. Ага, а Xbox не говно тогда. А Xbox у тебя прошивка хреновая. У тебя 2.0, а надо, чтобы 3.0 была версия. Ой, а у тебя вообще прошивка нет. И что? Потому что у тебя Xbox нет. У меня есть Xbox, нет, дебил. У меня все три приставки. Xbox у тебя нет. Есть. Нету. Да. Ты придурок? Ты в свою ВИА-яйку играешь. Ты придурок, Архив. Ты в свою ВИА-яйку играешь. Честно, придурок, у меня PlayStation 3. А, вот это говнюк! Так это был не тыш! Опа, это был не Резнов! Я цел, а Штайнер! Жопу он его убил. Попу он его убил. Нафига он его убил. Резнова не было, это был Мейсон. Мейсон? Мейсона убил? Мейсона не убили. Так ведь? Мейсона нет. Кравченко умер. Какой Кравченко? Кравченко. То есть этот Штайнер. Немец. Пенец, блин. Правильный сбор. Сюда. Так мы выйдем на причал. Это Уивер. Его же это поцарапали. Ладно, все, с вами был, короче, Black Sun 25. Всем удачи, всем пока, берегите себя. Пока. Э!